В Атырау жители, проживающие в старом общежитии, живут в жутких условиях. Медицинские работники рассказали, что у них нет ни центрального отопления, ни централизованной подачи горячей воды. Из-за неудовлетворительного состояния жилья люди просят помощи, признать здание аварийным и переселить их. Мы живем на площади 13 квадратных метров с супругом и с тремя детьми. 5 лет нас обманывают, что помогут нам, но результатов по сей день нет. Много лет у нас нет горячей воды, газа, зимой нас спасают обогреватели. Отопления ведь тоже нет. Нам говорят о модернизации. Как они собираются ее провести? Данный дом уже ремонту не подлежит. Мы не согласны с данным предложением. Мы с соседями хотим, чтобы нас переселили. Специалисты, проработавшие многие годы в области медицины, не раз стучали в двери государственных органов. Выслушать жалобы жителей приехал заместитель акима области. Я думаю, что дом пойдет на снос, но нам нужны для этого обоснования. После технического осмотра мы примем решение. Людям остается только ждать результатов техосмотра, которые, по словам Кайрата Нуртаева, будут подведены до конца года.